Всем привет, с вами снова Фрокик, и мы начинаем серию уроков по NGUI. Что такое NGUI? Можно прочитать на моем блоге, блог DevBuy.ru. Если вам это понравилось и вы хотите продолжить, то скачиваем фри-версию и переходим к Unity. Запускаем Unity. Далее создаем новый проект. Чуть-чуть подождем. Хорошо. После этого нам нужно добавить пакет sh, import packet, custom package. Добавляем то, что вы скачали. Открыть. Импорт. Сейчас у нас импортируется. Значит, NGUI позволяет легко создать графический интерфейс пользователя, применяя всего лишь пару кликов. Мы сейчас посмотрим, что-то попробуем. Опять же, за маленькую цену, ну, достаточно небольшую, назовем так, $100, можно приобрести полную версию. Значит, для того, чтобы начать работу, нам нужно, чтобы вот здесь вот появилась закладка NGUI. Для этого вот нажимаем просто или сюда щелкаем в верхнюю часть панели, либо в Project потом сюда. Но в любом случае у нас появляется NGUI. Далее, когда у нас появилась эта закладка, мы удаляем нашу камеру. Вот так вот, у нас нету камеры. Теперь давайте создадим что-нибудь. Нажимаем NGUI. И первое, что нужно сделать, это добавить сам интерфейс. Create a new UI. Появляется вот такая у нас tool, инструмент такой вот. Значит, здесь слой, на котором будет расположен наш графический интерфейс, камера какая, ну, у нас Simple 2D. И нажимаем Create UI. После этого у нас создается вот такая заготовочка с такой иерархией. Добавим сюда что-нибудь. Опять же жмем NGUI. Create Widget. Widget — это какой-то элемент, то есть либо кнопка, либо scrollbar, ну, в общем, что-то. Здесь нам нужен атлас и шрифт. Значит, атлас мы берем вот NGUI папка examples atlases. Далее выбираем какой-нибудь здесь атлас, ну, sci-fi, допустим. Выбираем вот sci-fi атлас. На атлас перетаскиваем, а sci-fi font normal в шрифты. Далее выбираем здесь template, допустим, button, background, highlight, add panel. Вот у нас создалась такая замечательная кнопочка. Все, что вы делаете, сразу отображается в окне. Ну вот мы за несколько кликов буквально сделали с вами кнопочку. Запускаем. И вот даже с такой анимацией у нас она. Мне кажется, это довольно-таки хорошо и круто. Давайте посмотрим, наверное, на примеры. Значит, examples, scenes. Здесь есть несколько примеров, но мы запустим, давайте, какой-нибудь тут tutorial button. Вот довольно-таки красивый интерфейс был создан для демонстрации. Здесь, в принципе, нечего показывать нового. Единственное, что могу показать, ну, точнее, даже не единственное, сами здесь будете посмотрите, вот папка example, scene, здесь много примеров всяких. Вот, допустим, такой вот пример есть. Единственное, почему-то у меня здесь вылетает кнопка play. Вот, она тут должна доступно быть options. Далее вот окна перетаскиваемые. Вот так вот. Ну, в общем, что я хочу сказать. NGUI позволяет очень быстро создать графический интерфейс, если вам нужна эта быстрота. Ну и плюс еще, конечно, красивость, да, то есть анимации, там, чтобы это все было. То выбирайте NGUI и смотрите дальше. В принципе, на этом все.
С вами был Афрокик. Пока.